Друзья мои, всем привет! Вы на канале Пиратская жизнь. Слушайте, я сегодня прям рассталась. Блин, идеальная жена. Согласен? Нет. Нет, ну как всегда. А он говорит, что он бодягу наготовил. Смотрите, какая прелесть. Смотрите, какая красота получилась. Клубни. Благодаря кому? А все благодаря Нине. Да. Да, смотрите, а какая. Это у меня телятина, тушеная с сметаной, с луком, солью, перцем. Вот, картофельная пюрешечка. Красота. Красота, блин, жарище. Я вся красная смотрю. Так, еще смотрите, у нас вот такой салатик с моцареллой. Каждому по салатику, Вовчику, мне. Вот, пьем мы сегодня сок. Вот такой вот вкусный. Это у нас сок с красным апельсином. Пробуй говядину. Хочу попробовать говядину. Мягкая, не мягкая. Девочки, смотрите, пробуй. Красота. Мягчайшая. Девочки, мягчайшая. Вот легко проглотила. Блин, как вкусно. Во! Нафиг твои глюши. В сметане самая тема. Да. А что, не гуляш? Ну, это гуляш только в сметане. Прошу заметить. И что? В общем, девочки, шикарно. Сметана не свернулась, все хорошо. Прям идеально. Она и не сворачивается. Почему? Она отсекается. Ну вот она даже не отсеклась, посмотри. Да? Угу. Где? Она не отсеклась. О, смотри, видишь? Что ты вредничаешь? Ой, рожа-то скривила. Я же сказала, я сегодня готовлю, поэтому ужин не будет испорчен. Причем, кстати, что мне понравилось, она прям мягкая получилась. Я вот ее приготовила меньше, чем за час. Ну, конечно, Валент помог. Все порезал. А ты молодец. Кстати, соль добавила прямо в конце. Буквально за 10 минут до конца. Когда вот сметану добавила, там уже посолила, поперчила. Мягкая. Уже кайф. Блаженство. Дырка получается. Вот так ближе есть. Вот так вот. Ну, чтобы хоть как-то пятно было ближе пятно есть было ему. Хоть похвалил немножечко. Ну, хочешь, я испачкаю, да? Нет, я не хочу, чтобы я испачкаю. Вкусно. Нет, действительно, вот что значит телятина. Мне кажется, пюре, кстати, самая тема. Вот кислом молочки. Отлично. Нет, сливки здесь бы не подошли. Вот именно здесь нужна сметана. Она покислее. Хорошая. Да-да-да. Сливки бы здесь подошли. Ну, сливки бы точно свернулись. Все вот эти гречки ПП, это хрень. Вот такой вот. В общем, я чувствую, скоро это пойду на адскую кухню покорить. От нашего семейства буду выступать я. Там, кстати, в упаковке было 14 этих моцарелок. Ничего. Ровно. Это было 20, здесь 14. Ну, там стоило 8,9, а это 54. В принципе, выгодно. Получается. Кстати, девочки, сковородка просто балдежная. Вот просто балдежная. Я перемешала, вот, когда вот там уже мясо выкипело. Вот как вот... Ни капельки, вообще ничего не пригорело. То есть прям охрененная сковородка. Что я смотрю на себя красные, как раки. Сейчас нулика там напишет. Буханули, пьяные! Они там за кадром. Ну что, вот, давай. Ты будешь бледный даже. Угу. Давай, вон, за нас. Они фиг напишут так. Да понятное дело. Давай, за нас. За покупку. Мы же сегодня-то покупку сделали крупную, девочки. За покупку. Mm-hmm. Да, за куртки. Yeah. Отмечаем. Да, кто-то платит другой. Да. Не знаю. Че, чем мы такие красные вообще жизнь? Я смотрю, прям жопа. Потому что хитрые. Почему мы такие красные? Я бы сделал другой цвет. Потому что хитрые. Вот красные. Слушай, ну балдеж вообще получился.
А я тебя на работу не положу, хрен тебе. Ты обосрал? Всю мою телятину. Ой, бля. Ой, извините. Очень вкусно. Он причем мягкая такая. А, ее жевать надо. Губами можно есть. Вот, девочки, записывайте рецепт. Все показывал. Как я рада, что мне отсекла сметана. Я переживала. Кто молодец? Я молодец. Кто молодец? Я молодец. Это, значит, хорошая продукция. Очень хорошая говядина. Точнее, телятина. Поэтому такая вкуснятина получается. Ну, чтобы наши куртки носились долго и упорно. Две куртки весят 1,4 кг. Причем за с пакетом. Вот так вот. Можно с собой брать спокойно. Там пакет грамм 50-70. Ну, я говорю, это 1,4 кг где-то. Ну, 1,5 кг, грубо говоря. Прям очень грубо говоря. Вот. Охрененно, Скварк, просто охрененно. Вы знаете, вот когда у тебя хорошая посуда, хорошие продукты, не знаю, вот реально, вот испортить, просто ну, совсем дроком надо быть. И по сути здесь вообще ничего нету. Никакие специи. Соль, перец, все. Сметана. То есть не забито никакими там специями. То есть, да? Но чтобы было вкуснее, можно еще, знаете, что, карри добавить, мне кажется. Не-а. Сметана тоже любит карри. Здесь у тебя говядина. Да? Угу. Курицу, кстати, можно тоже. Я, кстати, раньше постоянно, когда вот одна жила еще, я постоянно делала все со сметаной. Но со сливкой у меня как не очень дружба. У меня они постоянно сворачиваются. Ну что ты не те сливки берешь? Да может быть, согласна. Но сметане всегда получается идеально. Мы в ресторане всегда используем петмол. 36%. Бру, 32 там были. Мягенько, да? Получилось-то, согласись. Ну похвали меня. Ну, вкусно. Скажи, что вкусно. Девочки, вкусно. Вон. Угу. Готовы сидеть выпендриваться. Что-то я выпендриваюсь. Да, что ты выпендриваешься? Ну, что я диска. Если бы был невкусно, он бы не ел. Он бы здесь уже на гамот зашел. Интересно, если бы был невкусно, его хрен заставишь. Ну, чем, кстати, соус загустел. Ну это, по-моему, называется бестроганов. Смотри. Да ты чё? По-моему. В общем, будем теперь заказывать такое мясо. Только я боюсь, у нас будет скапливаться это на котлетке мяско. Потому что мама сейчас резал, и то очень много там жил был, то есть он вырезал. Это, по-моему, шли, да, было? Говяжий, или что это такое было? Край? Из какой части? Из какой-то. Какой-то. Из какой части? В общем, еда у нас есть. Не наготовила. Ай, молодец. Идеальная жена. Мужчины, если вдруг что, имейте в виду. Я идеальная. Давай. Умная. Умная, красивая, деньгами зарабатывает. Готовлю охрененно. Не помог. Да. Пять в одном. Да.
ты как мартышка. Угу. Без анекдот. Да. И умная, красивая. Станьте, говорит, те, кто красивые, с правой стороны, а те, кто умные, с левой. Разорваться начали. Раз, звери разошлись, одна мартышка туда-сюда, туда-сюда бегает. Угу. Ты говорит, что бегаешь? Он мне говорит, что, разорваться, что ли? Да, и, кстати, правильно я сделал то, что у нас сливочное масло. Такое мясо нельзя готовить на подсолнечном. Это сливочное получается все. Вот если бы ты готовил свои гуляши вот так же, по такому же принципу, то было бы здорово. Кстати, вот я бы сюда на самом деле бы еще бы, что бы добавила, я бы сюда добавила еще грибы. Сейчас в ванной нельзя грибы, но вот грибы тебя прям просится. Было бы вообще лучше. Шампиньончики. Это так и делают их. Если что. Да. Просто огонь. Ты говоришь, влага, влага. Я же боялась там, знаешь, я перемешала, и там немножечко был этот, ну такой, румяный краешек. Я думаю, что подгорело, что ли. Не, потом лук дал влагу. Отлично. Таким, наверное, в больничке-то не готовили, да? Не кормили. Да, наверное, фу. Фу-фу-фу, куда валя? В общем, когда-нибудь еще сюжетка. Сердце давали. Сердце давали. Кстати, вот там продают сердце свиное. Mm-hmm. Я думаю, что с него тоже будет взять в следующий раз. Там говяжье. Mm? Не, ну сердце, в принципе, это тоже очень хороший такой продукт. То есть это субпродукт. Ну и чего? Иностранцы не поймут. Почему? Вот, например, печень там. И прочее. Печень. Чё, вкусно? Печень. Тут язык. Отличишь, когда тебе дадут блюдо. Какое? Вот тебе только название скажут, то и всё. А больше ничего. Да не особо так разбучу. Ты помнишь, в адской кухне? Угу. Сидели, ели. Так вкусно. Потом сказали, что это такое, да я не буду. А это бараньи яйца. Не, кстати, я тогда ела. А помнишь, мы ходили в буфет? Ели где? Бычьи. Бычьи. Очень вкусные. Вот мозг я пробовала. Мозг мне не понравился. Там как-то запекают в этих сухарях. Чего? Вот я помню, еще Вовчика не было тогда. Вот я ходила, Мишаня, еще там какой, ну, друзья были. Вот. И вот я, Мишаня говорит, закажи. Прям вкуснятина, прям вообще. Ну что, в итоге я заказала, попробовала, поковыряла. В итоге Мишаня потом доедал. Вон с этим раз еще там наверное. Ну что, я откажусь, и это будет резко, да. Он жук-то пишет еще тот. Мясо. Хорошо. Или еще что-нибудь берешь? Уж что-то осталось, да? Ну, раз больше у вас ничего нету. Дай мне это съесть. А что, что-то еще есть, да? Ну. Ну, раз вы больше ничего не хотите. А что, что-то еще есть? Если хочешь, я тебе еще положу. Положи тогда в один. Ну, просто балдеж. Я когда хочу, да делал. Вот я и говорю, что, понимаешь, когда у тебя есть вдохновление, вдохновение, и тогда все это получается отлично. Вот если есть, делать все без вдохновения, то фигня получается. Ну, точно так же.
Моцарелки эти вкусненькие. Сегодня еще с парень нахватало все в акции. У них даже вкус нет. Вкус нет. Ну да. Я поэтому добавила там всякий перчик, то есть, да? Потому что они безвкусные, по сути. Эти моцарелки. Надо было, знаешь, что? Еще минут 5-10 потушить просто без сметаны. Она бы еще мягче была. Ну, хотя и так мягкая. Или достаточно потушил? Или надо было еще? Нужно было еще. Ах, начал. Дали ему зеленый цвет, и он начал критиковать. Что за человек? Чего? Сожрал вон. Ну, ты сама чуть ли не облизал. Спросил. Да, да, да. Я тебе ответил. Он хотел с этой телятиной, знаете, что сделать, девочки? Он хотел туда взять кинзы. Вот, наверняка сейчас кому-нибудь перцы накидал бы, помидоры. И получился очередной багуляш. Обычный. У меня получилась вот такая вот бестроганов со сметанкой. Получилось бы хашлама. Угу. Да, хашлама мне нужна. Твоя с помидорами. У меня там уже оскомина. Твои хашламы. Да, да, да. А помидоры, перцы. А мы в Питере только за ушами трещал, ел. Нет. В грузинском. Кафе. Вот такая вот сметанки мне больше нравится. Сметанка? Я всегда люблю вот такую больше сливочную. Да, да, да. А в Питере, когда были в Грузии, в грузинском кафе, прям за ушами трещал все. Бьем. Да, вылежу. Доем тебе. Да, вылежу. Все очень вкусно получается. Так, где у меня ложка была? Не было у тебя ложки. А, прям так. А, так давай. Что, вкусно? Пальчики оближь. Все. Может, вам еще что-то вылизать? Шучу я. Так, ну все, мои хорошие. Еще раз поздравляем нас с куртками, с премьерой. Точнее, не премьера. Ну, хотя на канале премьера, да. Я уже так делала. Вот. Это вкуснятина. Готовьте со мной. Готовьте лучше меня. И кушайте лучше нас. Да. Все, я кайфанула. У меня сегодня прям не день, а сказка. Угу. Все, всем приятного аппетита, всего хорошего. Любим, целуем, увидимся с вами завтра. Да. Ой, простите. Ой, всем спасибо, всем пока. Пока-пока.